Сейчас конец мая, и это первая роза на моем участке, которая начала свое цветение. Сорт называется Persian Yellow. Мне она очень нравится, и сейчас я про нее расскажу. Сейчас она у меня только зацвела, но у нее еще очень много бутонов, которые будут потом открываться. Формирую я из нее штамп. То есть, если бы у меня был куст, он был бы гораздо больших размеров. Но куст мне тут огромный не нужен, потому что очень мало места для нее я выделила. Поэтому у меня несколько веток, из которых я сформировала штамп. Ну, вот так уже наклонился, нужно подвязать. По поводу цветения. Цветение, конечно, раннее, очень обильное у нее. Цветки пахнут, но на мое обоняние не особенно. Вот такие кисточки. Первый год она не цветет. Вот так вот выглядит ветка. Сначала цветение начинается на концах. Ну, цветочки тоже так средней величины. Сейчас ветер. Так вот выглядит кисть. По всей длине цветет. Вот то же самое, кисточки. На конце уже зацвела, а здесь еще много бутонов. Есть у этой розы еще один минус. Она цветет однократно. То есть вот в течение месяца, где-то с конца мая по конец июня. Но есть и очень существенный плюс. Ее я никогда не обрабатываю ни от каких вредителей, потому что она у меня ими не поражается. Тля ее не любит, гусеницы ее не едят. Но, может быть, только у меня так, я не знаю. И она у меня в таком труднодоступном месте. Я ее никогда не укрываю. Зимой это она у меня стоя, вот в таком вот виде. Никогда ее не укрываю и обрезаю я ее минимально. Зимой-то она мне до самых кончиков. Морозы у нас бывают и 35 градусов зимой, и малоснежные бывают зимы. То есть этой розе все нипочем. За это я ее очень люблю. Она очень неприхотливая. В этом году я ее буду прививать. И уже к осени следующего года этот сорт у меня будет в наличии.